Здравствуйте, меня зовут Александр Эскин, я являюсь тренером спортивных клубов SportLife. Сегодня мы рассмотрим упражнение на переднюю поверхность бедра квадрицепс. И первое упражнение – жим ногами лежа. Это упражнение очень хорошо нагружает четырехглавую мышцу бедра квадрицепс, большие ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. Для начала выполнения упражнения удобно сядьте на тренажер, прижмитесь к спинке сиденья и установите ноги на платформу. Выжмите платформу до полного выпрямления ног. Затем, сгибая ноги, плотно отпускайте. Не бросайте отягощения, а опускайте плавно, под контролем. Колени ведите к плечам. Сгибайте ноги примерно до угла 90 градусов в коленях. Очень важно, опуская вес, не отрывать низ спины от сидения. Также важно следить за пятками. Они не должны отрываться от платформы. Упирайтесь всей стопой. Давите вес именно больше пятками. Дойдя до нижней точки, плавно выжмите платформу усилием мышц. Момент, когда ноги будут чуть согнуты в колени. Чуть остановитесь и продолжайте выполнять упражнение. Выполняем 4 подхода по 10 повторений. Второе упражнение – приседания в гак-тренажере. Гак-приседания очень хорошо развивают мышцы ног, особенно эффективны для развития четырехглавой поверхности бедра квадрицепса. Также, в зависимости от постановки ног, будут развиваться различные зоны мышц бедра. Чтобы тренировать внешнюю часть, необходимо стопы ставить максимально близко друг к другу. При широкой расстановке работает уже внутренняя часть. Чтобы включить ягодицы и прямую мышцу бедра, необходимо ноги поднять как можно выше на платформе. А для прорисовки всей передней поверхности бедра лучше выбрать более низкую постановку ног. Итак, для начала встаньте на платформу. Ноги слегка согните в коленях, стопы установите параллельно друг другу. Плотно прижмите спинку к подвижной платформе, а плечи установите под подушечками. Сняв груз с упора, выпрямите ноги в коленях, тогда весь вес перейдет на плечи. Не задерживаясь, начните приседать до тех пор, пока угол между бедром и голенью не составит 90 градусов. Следите, чтобы спина оставалась плотно прижата к тренажеру, а бедра не уходили вперед. Вдавливая пятки в платформу, также без задержек поднимайтесь вверх. Ноги до конца не выпрямляйте. Удерживая напряжение в мышцах, повторите упражнение необходимое количество раз. Выполняем упражнение в умеренном темпе, 4 подхода по 10 повторений. Третье упражнение – разгибание ног, сидя в тренажере. Главная цель этого упражнения – прокачка прямой и латеральной мышцы бедра, а также рельеф и детализация квадрицепса. Это упражнение нагружает колени, поэтому во избежание травм следите за техникой исполнения. Перед выполнением упражнения правильно настройте тренажер в зависимости от своих антропометрических параметров. Далее сядьте на тренажер и плотно прижмитесь поясницей к спинке. Голени плотно упираются в валики. Сделайте вдох и начните постепенно выпрямлять ноги. В верхней точке выдохните, немного задержитесь и изо всех сил постарайтесь напрячь квадрицепсы. Опуская ноги на выдохе, возвращайтесь в исходное положение. И сразу же, без всяких остановок, выполняйте следующее повторение. На протяжении всего упражнения бедра, спина и голень должны быть неподвижными. Выполняем 4 подхода по 10 повторений. С вами был Александр Эскин. До новых встреч!